Как пишет Политека.нет, Тина Кароль является популярной отечественной певицей. Звезда получила звание народной артистки Украины, а в этом году выпустила 3 альбома и несколько видеоработ, которые набрали десятки миллионов просмотров. Не забывает Кароль об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным. На новом фото Тина была в национальном костюме с ожерельем и венком на голове. Артистка куда-то смотрела, впечатляя образом: «Потому, Святой Николай, на всякое время помогай». Было написано под фото. А до этого Тина Кароль была в красном платье с эффектным вырезом. Звезду снимали на видео, когда она улыбалась, идя по коридору. Образ получился очень интересным и даже пикантным благодаря вырезу. Фанаты не смогли поставить лайки или засыпать комплиментами звезду, ведь в сторис Инстаграм нет подобных инструментов.